Это как нужно прожить, чтобы быть удостоенным стольких званий. За прожитые 90 лет Борис Леонидович Железнов своим трудом и упорством признан заслуженным профессором КФУ, академиком Российской академии гуманитарных и социальных наук и Российской академии юридических наук, также доктором юридических наук. 10 февраля этого года Борис Железнов отметил свой юбилей. Торжество в его честь прошли в императорском зале КФУ, собрав множество гостей, друзей, родных, коллег и учеников профессора. Открыл творческий вечер юбиляра ректор КФУ Ильшат Гафуров. Бориса Леонидовича можно по праву назвать ученым с историей, но ученым 21 века и преподавателем 21 века нашего юридического факультета. Как любой серьезный, настоящий преподаватель нашего университета, Борис Леонидович еще не просто юрист, юрист-ученый, юрист-практик, но он еще и поэт. Ильшат Гафуров вручил юбиляру сертификат с персональной премией, а также памятный сувенир – полотно с изображением главного здания КФУ, где расположился уже родной профессору юридический факультет. Жизненный путь ученого действительно был полон знаменательных и замечательных событий. Говоря о достижениях Бориса Леонидовича как заслуженного деятеля науки и заслуженного юриста Республики Татарстан, нельзя не сказать о его вкладе в формирование суверенитета региона и одновременно федерализации всей России. Эта и без того богатая коллекция пополнилась орденом за заслуги перед Республикой Татарстан, который Борис Железнов получил из рук государственного советника Республики Татарстан Ментимера Шаймиева. А что еще нужно человеку? Такие теплые слова, высокое уважение, признание после стольких лет творческой жизни. Поздравлениям присоединились представители высших судебных органов Татарстана, республиканских, конституционного и верховного судов, представитель Комитета Госсовета Республики Татарстан по законности и правопорядку Шакир Ягудин и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, вице-президент Российской Академии Наук Талия Хабриева. Что такой яркий юбилей состоялся не где-нибудь, а в Казанском университете. Такая создана атмосфера, которая позволяет сохранить такое творческое долголетие и строящие планы на будущее. Студенты сделали особенный сюрприз, показав собственноручно снятый короткометражный фильм «Биографию профессора». Творческим поздравлением отличилась и сама декан юрфака Лилия Бакулина, прочитав оду Железнову собственного сочинения. «Среди сынов великих, что альма-матер цвет, есть имя Железнова на сотню добрых лет». 90 лишь трижды по 30, и до сотни лишь 10 годов. Будь здоров, дорогой наш профессор, педагог и поэт Железнов. Но главный подарок собравшимся сделал сам Борис Леонидович, представив гостям новый сборник стихов Железного поэта и свою по собственному выражению художественно переосмысленную автобиографию. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.